Вот перешли границу, сидим в Таиланде, смотрим на Лаос. До поезда часа 4 решили отдохнуть, прилегли. 1 января. 1 января, да. Красота, Меконг опять же. Бананы. И мы тут. Там глоточек оставь. Крепкий гад. Все, откололся. Сухой. Перейдя границу, время до поезда мы коротали на берегу Меконга, с тоской взирая на покинутый Лаос. Что ж, впереди нас ждет Тай с островами, обезьянами, морем и пляжами. На здоровье, сука, бай, как я. Роман. Да, как березовый сок. Ну. Когда я давно пробовал, мне вообще не понравилось. Вообще раз очень даже еще. Вот это вкусный взял, да, который в жестяной банке. Да. Фрукты всякие там были. Да. Тебя оставить? Да. Проехав весь Таиланд от берегов мутного Меконга до островов Качанг, на поездах, машинах, потом по морю, мы решили немного побыть обычными туристами, позагорать под теплым зимним солнцем и поплавать в соленых водах моря. Взяли в аренду 5 скутеров и поехали искать место ночевки. Я думаю, зад ей займемся, там размыло мост. Поскольку остров встретил нас тропическим ливнем, о загаре нам оставалось мечтать, а красоту и теплоту моря ощутить в полной мере явно не удастся. Первую ночь было решено провести в джунглях. Сейчас мы будем рубить. Мы приехали, доехали. Разрушенный мост. Хотим ночевать. Нашли халупу, в которой ни пола, ничего нет. Сейчас будем рубить лианы, бамбук, делать то, на чем мы будем сегодня спать. Постелить же что-нибудь. Давай я на земле посплю. Придумаем что-нибудь. У него одеяло есть, мы можем вернуться в одеяло и спокойно лечь. Меконговцы! Проехав мимо туристических мест, углубились в джунгли. Дорога закончилась размытым мостом и пересохшей горной речкой. На наше счастье, неподалеку оказалось строение, которое и строением-то назвать можно с огромной натяжкой. Так, навес на гниловатых шестах, которые начали разрушаться при попытке соорудить на них спальное место из лиан. Но со своим прямым назначением, защитой от дождя, это сооружение справилось исправно. Нам удалось поспать в относительной сухости. Ночью к нам приходили владельцы этого строения, очень колоритные аборигены. Но рассказ об этом в другой серии. Это дом без пола, без стен. Да и крыша еле держится. Но это все равно же дом. В любом случае, нам здесь хорошо. Может, причем жилой, как оказалось. Да, как оказалось, сразу же. Да. Мы на острове Капчанг. День 13. Мы тут в бамбуках. Почти в бамбуках. Идет дождь. Мы же на острове, да, идет дождь. Поутру решили поехать на другой конец острова, подальше от мозоливших глаза туристов. Наша неспокойная кровь и горячее сердце не давало ощущения того, что среди них мы получим удовольствие от отдыха. Позавтракав в поселке, спустились в путь. Не проехав и четверти предполагаемого маршрута, нам преградили дорогу полицейские. Причем их слова поставили нас в тупик. Было понятно одно. По какой-то причине мы им понравились. По их словам, мы очень красивые. Возник глубочайший ступор. Чтобы всякие бабы-мужики пытались предложить свои услуги, это было. Но чтобы полицейские занимались съемом мужчин-иностранцев, это крайне странно и необычно. Почувствовав наш легкий испуг и увидев, что мы снимаем шлемы, чтобы защитить отнюдь не голову, старший заулыбался, потребовал водрузить каски на голову и стал показывать на фотоаппарат и полицейскую машину. Оказалось, что в целях дорожной безопасности полицейские чины приняли решение вывесить огромный баннер с фотографией законопослушных паранг,
пользующихся защитой при езде на скутерах. Поучаствовав в фотосессии, поехали искать дикий пляж, который, по нашему пониманию, обязан был находиться на этом острове. Немного об этом клочке суши. Качанг – национальный парк, группа из более чем 50 островов, расположенных вдоль камбоджийско-тайской границы. Самый большой остров – Чанг, около 30 километров в длину и 18 километров в ширину, является вторым по величине островом Таиланда. На Качанге собраны все прелести тропической природы. Песчаные пляжи, непроходимые древние джунгли, горные реки, водопады, тихие прохладные заводи, каменные бассейны, созданные самой природой. Восточная часть острова покрыта плантациями каучука и самых разных тропических фруктов – помелы, дурианы, бананов, джекфрута, ананасов. Когда наступает паводок, это пресное все, вот, вода доходит вот до сих пор. А во время отлива, соответственно... Сколько градусов в России? Она такая. Сколько там градусов? Как тебе сказать? Редкая зараза. После бутылки далеко не заплывай. Как получится? Чудай! Я бы тебе сказал, написано так. Where? Reception. Feeling good. Thank you.
что поделать? Не получится. Хватай его. Больно, блядь. Бросай на берег, сейчас его поймаю. Больно. Притерпишь. Ну ты молодец, конечно. Здесь намного лучше, чем там. А там? А там по 500 рублей. Еще один малоизвестный факт. В 41 году остров стал ареной военных действий между Францией и Таиландом. Оккупированная Германией и Францией, в Индокитае вела военные действия против Таиланда, и здесь, у берегов Качанга, разыгрались бои на море и в воздухе, о чем свидетельствует памятник. Говорю сразу, я совершенно трезвый. Я так засмотрелся, что вылетел. Катушки чуть было не закончились печально. На одном из поворотов серпантина нас чуть не стало на двух человек меньше. Миша, его надо аккуратненько поднять, он туда поставить, ладно? Сейчас они пройдут. Зато мы нашли дорогу, ведущую к нашей цели. Проотмечав полночи второе рождение путешественников, на следующее утро, постиранные и не очень бодрые, через бездорожье добрались-таки до дикого пляжа. Смотрю, все. Мы не туда улетели вместе с Андреем. Я понимаю, что я не попадаю, начинаю выкручивать, но что-то мне стрём взял еще больше заложить. Вот бывает такое, знаешь, вот какая-то вот такая штука. Ну, просто обошлось. Положить его, и я бы вырулил. А мне что-то вот стрём взял, блин. Не стрём, а как называется? Ступор, ступор. Меня взял ступор. Ты увидел меня, испугался. А, да, я на тебя засмотрелся. Блин, точно, Миша. А я? Не о том. Давайте не ругаться матом, потому что наш босс нас снимает. Ну что, день 15-й. Наконец нашли нормальную бухточку. Все удобства есть, нас все очень устраивает. Всем привет. Пальмы, свисающие над водой, белый песок. Не могли не удержаться, чтобы не побыдлячить, катаясь на скутерах по отливу, пугая редких отдыхающих, которые снимали бунгало в километре от нас.
Как отшель, да, это водитель. Пойдет и закусывать. Они другие. Они другие. Они вообще другие. Вообще... Кто-то стал варить креветки, кто-то готовить снасти для рыбалки. К слову, потратив не один час на поиски снастей, потом на сам процесс ловли так ни одну рыбку и не поймали. Сказалось отсутствие опыта, общее состояние эйфории и кораллы, которые обрывали снасти раз в 5 минут. Гуляние после креветок вошло в свое привычное русло. Водка с пивом, свежий морской воздух сделали все, чтобы дурная голова не давала покоя рукам. Это по-другому. Два крючка, может, мы в два раза больше поймаем просто. На этом мы будем ловить. Это будет плыть, и ее должна сожрать большая рыба. И мы должны ее вытащить. Так мы ловим рыбы. Потом пришла идея боулинга. Шарами были сбитые кокосы, а кеглями банки пива, которые мы опорожнили для повышения духа и полноты ощущений. Thank you.